Подарки для самых трудолюбивых. Сегодня в Алматы сразу два десятка артистов, ученых и журналистов получили премию от фонда первого президента за особый вклад в свое дело. Среди лауреатов оказался ведущий КТК Алексей Шахматов. И когда я еще был совсем юным молодым человеком, я совершенно точно представлял, что это деятельность, это вся моя жизнь. И, конечно же, я верю в то, что и все те номинанты, лауреаты, которые выходят сегодня на сцену, они точно так же думают, потому что они своему делу посвятили всю свою жизнь. Удостоились премии оперные певцы Жупар Габдуллина, Булат Исимханов и артист балета Дмитрий Сушков. Не оставили без внимания и врачей. Почетной медалью наградили столичного кардиохирурга Серика Байбасынова. Среди особых заслуг – пересадка не только живых сердец, но и искусственных. Лучшим архитектором назвали Каната Курганова. Он автор проекта Государственного музея археологии и этнографии. Из ученых отметили Марлена Исеркепова из Южно-Казахстанской медицинской академии. Более 5 лет он проводил геномные исследования в области регенерации, нарушение которой является одной из причин старения. В этом году наша академия, она заняла первое место среди по молодежной науке среди медицинских вузов. И во многом это благодаря тем мероприятиям, которые мы проводим и проводили, и, надеюсь, будем проводить совместно с фондом первого президента.